Татарстане откроется 6 детских инновационных технопарков. На площадках, оснащенных современным интерактивным оборудованием, дети смогут узнать основы различных рабочих профессий и получить начальную профориентацию. Героиня Лабутенов снимется в новом клипе группы «Ленинград». Юлия Топольницкая, которая стала звездой после появления в песне «Экспонат», предложили роль в очередном клипе коллектива. В Казани после салюта 30 августа подадут автобусы. Это будет сделано для удобства гостей. По традиции, салют в честь Дня Республики и Дня города начнется в 10 вечера. Россия заняла 4-е место в медальном зачете Олимпиады. На Олимпийских в Рио россияне выиграли 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. Телескоп Казанского федерального университета первым в мире зафиксировал изменение блеска черной дыры. Явление происходило на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли. В Казанском Кремле установили памятник банкноте 200 рублей. Деревянная скульптура с достопримечательностями города спроектирована в честь будущей купюры. 16 августа состоялось открытие 3-й международной полевой археологической школы. Археологи сосредоточатся на изучении современных методик исследования, помогающих восстановить картину жизни людей, прошедшей эпохи в полном объеме. Будущие педагоги из США хотят обучаться профессии в КФУ. В сентябре 2016 года Институт психологии и образования КФУ с рабочим визитом посетит представитель негосударственного университета Лонг-Айленда для ознакомления с российскими образовательными программами. Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству электромобилей. Всего в стране на сегодняшний день насчитывается 722 электромобиля. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводит инвентаризацию затонувших в Татарстане кораблей. В настоящий момент обследовано уже более половины судов из 100 запланированных.